Добрый день. Обзор на телефон Valifox Swift 2+. Данный телефон имеет 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта внутренней памяти для хранения информации. Телефон в хорошем состоянии, не в отличном, но в хорошем. То есть экран весь целый, без трещин, сколов и повреждений. На экране наклеено защитное стекло. В комплекте у него идет блок питания, кабель Type-C, то есть здесь зарядка идет через Type-C разъем. И защитный чехол. В телефоне все детали оригинальные, ничего не менялось, не устанавливалось дополнительно. Экран 5 дюймов. IPS 1280 на 720, 8-ядерный процессор, вес 155 граммов. Прошу, в комплекте, вот полношу, покажу полный комплект, все, что идет вместе с ним. Так, хотел также указать, что в телефоне есть отпечаток пальца, рабочий. Ну, соответственно, по функционалу все работает. То есть фонарик работает, камера работает. Так, фонарик выключим. Экран не лагает. Камера. Так. Что еще? То есть по функционалу, в принципе, вопросов никаких не было. А аккумулятор до одного дня держит. Нужно понимать, конечно, что телефон не новый, но в целом как бы рабочий, все функции сохранены, вопросов по эксплуатации никаких не было.